В студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте! Обычно в час мы делаем около 1000 вдохов, но весной намного больше. Так организм, которому зимой не хватало кислорода, наверстывает упущенное. Пробуждающиеся растения начинают активно выделять кислород, и наши легкие работают интенсивнее. И, судя по прогнозам, скоро, чтобы восстановиться после кислородного голодания, можно идти в лес. Погода будет способствовать таким прогулкам. 15 марта в Старомосковье Губкине 8-9 выше 0, ночью от 3 градусов тепла до 0. В первой половине дня облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 745-747 миллиметров. Магнитное поле неустойчивое. Рассвет в 6:44, закат в 18:31. Световой день почти сравнялся с ночью. В эту среду его продолжительность составит 11 часов и 47 минут.